Всем привет! Сегодня я покажу вам, как можно переделать такой фонарь с питания от трех маленьких батареек на литий-ионный аккумулятор. Хороший фонарь с металлическим корпусом, имеет он три режима работы: яркий, слабый и маячок. Единственным его недостатком является то, что он работает от батареек, а не от аккумулятора. Как вы видите, ставить аккумулятор 18650 в корпус будет довольно-таки сложно. Но, как говорится, мы не ищем легких путей, поэтому разбираем фонарь. Фонарь мы разобрали, но в ходе проверки было установлено, что вышел из строя диод. Выпаиваем. Диод мы выпаяли, драйвер оказался целым, и тут меня начали мучать смутные сомнения. Так как диода у нас просто завались, а не поставить ли мне 3-ваттный? После длительных раздумий я принял волевое решение. Оставляем все как было, ставим 1-ваттный диод. Рабочий диод установлен, драйвер, я уже говорил, рабочий, его мы не трогали. Теперь собираем фонарь и переходим к самому интересному. Будем вставлять аккумулятор. Как я раньше говорил, аккумулятор 18650 в корпус фонарика просто так не войдет. Экспериментировать со слесарными работами у меня не было никакого желания, поэтому я пошел другим путем. Дорогие товарищи, мне подарили вот такие вот электронные сигареты, которые я благополучно разобрал и подобрал подходящий аккумулятор такого формата. Взял родной контейнер, держатель для батареек из этого фонарика, и просто отрезал все лишнее. Это лишние контакты и 2 ребра жесткости. Оставил 1 ребро жесткости и контакт плюс и минус. Внутренний диаметр фонарика 24 миллиметра. Диаметр аккумулятора
такого формата, там, ну, около 16 мм. И ширина контроллера заряда платы TP4056 17 мм. Все прекрасно входит в корпус фонарика. Подключение аккумулятора к контроллеру и самому фонарику указано на схеме, ссылку на которую я оставлю в описании под видео внизу. В плате контроллера заряда резистор R3 я не менял, так как у меня есть маломощный блок питания специально для таких аккумуляторов с относительно небольшой емкостью. Но учтите, контроллер TP4056 завода выдает ток заряда 1 ампер. Информацию по подбору резистора R3 я также оставлю в виде ссылки в описании под видео. В итоге у меня получился вот такой вот съемный модуль аккумулятора уже с зарядкой. Для жесткости я закрепил термоклеем. Думаю, это видео оказалось многим интересным, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите конструктивные комментарии, ну или какие получится. Спасибо за просмотр, всего вам доброго, удачи!